Всем привет! Подготовим такую перьку. Забьем сразу усы, шишки. Ну что, начинаем штырить. Ставим 120-ку. Вот в этом.
этом моменте уже останавливаемся. То есть еще как бы еще надо потереть, но это мы машинкой уже уберем. Потому что если мы дотерем рубанком до идеала, потом машинка, когда начнем снимать, ну, будут слишком резкие переходы. То есть в этом случае уже останавливаемся. Здесь все уберется машинкой. Продолжаем шкурить вверх. Начинаем с этих мест, а потом переходим на шпаклевку. Потому что на шпаклевке самое легкое риск. Пятихаточка, и продлим уже под переходик сюда. Сюда мы будем кидать переход и туда также. Все, раскидываем грунт вот так. Первый слой. Даже, может, посмотрим. Может быть, сюда кинем один тонкий слой, второй сюда и третий чисто вот по этой ремонтной зоне. Все, обдуюсь, обклеиваюсь и встречаемся уже на грунтовочке. Ну что, эпоксидный грунт сейчас накидаем. Первый тонкий и потом сливчик такой тонкий.
кидаем, говорю, сушим и кидаем второй слойчик. Кидаем второй слой. Отсюда. Сейчас высохнет. Этого будет достаточно, вполне. Ну все, последний слой. Встречаемся на вышкуривании. Всем спасибо. Пока. Ставим привет, короче. Ну, то есть, привет, потому что это другое видео. Но здесь прошло у меня где-то часа два, может быть. И полтора часа где-то лампой грел. Короче, просушил очень хорошо. Сошкурим. И будем красить уже... То есть я сошкурю... Только 320-кой подготовлю. Подготовлю так, чтобы только мне потом пройти 500-кой. То есть сегодня пятница у нас. Я сошкурю один, ну, такой слой. И потом перебью еще в понедельник 500-очкой. Так что ставим 320 на машинку. Собьем немножко шагреньку и будем уже равнять труба.
20 видно, наверное, да? И на мягенькую колоночку. Прижимаем, чтобы обняла бы форму. Прижимаем вот так в центр колоночки. Вдоль. Прикрой рукой. Немножко. А с этой стороны? Все, перебиваем машинкой. Засовываем под бампер. Щелки немного есть, этого хватит. Ничего не слупится, все будет отлично. Она тоже внутрь туда просунула. Вот так вот. О, она замерла. Так же и здесь. Пятисотка. Я всегда пятисоткой начинаю, чтобы сбить немножко шагрень, где-нибудь тут пыль есть, потому что двери, ну, был крашен. Кроме этой детали, переднее крыло не было крашено, по-моему, и эта дверь. Эти две детали были крашены. То есть бампер был крашеный, с той стороны было все крашено. В общем, пробиваем пятисоткой, шагрень сбиваем и перебиваем 800.
Ждем понедельника. Ну, то есть вам это быстро пройдет. Сейчас щелк-щелк и 500-кой перебиваем. Все, пускай дальше выветривается грунт. Растворитель пускай выходит. 500-кой пробиваем, продаемся и едем кидать переходики. Вот. То есть вот видно, что крашено было. Здесь все красиво. Жирная такая же грень апелевская. Ну тут, конечно, она еще слизана после полироля. Все, ставим 500. Продолжаем 500-ки. Сейчас пройдем вот такой вот 600-очкой. Она очень нежненькая. Продаемся и уже встречаемся в камере. Но это будет в следующем видео.